А почему мои духи стоят в туалете? Да нет, твои духи стоят в туалете, потому что у нас закончился освежитель воздуха. Ты нормальный вообще? Чего такого-то? Ты же сама сказала, что ты их в переходе за 300 рублей взяла. Подожди. Ты бы так не переживала. Сколько они стоят? Ну, 300 и стоят. Просто они очень стойкие. Ты до завтра брызгай поменьше, а я завтра освежитель куплю. Сколько, Таня? А, знаешь, я прямо сейчас за освежителем сбегаю в магазин. Тут же все рядом.